общее впечатление, наверное, будет такое. Мы первый тайм проиграли борьбу. Много было Ростовом сделано таких вертикальных передач, которые наши защитники не в состоянии были в этой борьбе выигрывать единоборство. Ну и случай, конечно, который забитый нам гол. Перед этим защитник поскользнулся. Но, видимо, как раз это и было давление такое Ростова. То второй тайм мы имели преимущество, но то же самое сделать мы не смогли. Забить мяч мы не сумели, хотя моменты были неплохие. Замена Черлукки связана с его травмой. Перерыв мы ее не планировали совсем другую сделать замену. Серьезно? Ну, не знаю, серьезно или нет, но, видимо, какое-то растяжение есть. Мышечное повреждение.